Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 35, новый корпус, который построен на Семенском районе Баку. Глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства об условиях, созданных в школе. Было отмечено, что полная средняя школа номер 35, действующая с 1931 года, полностью реконструирована. Старый корпус учебного заведения, построенного в 1931-1935 годах, был снесен и отстроен заново. В новом здании школы на 888 ученических мест созданы 24 классных комнат, кабинеты информатики, труда, военной подготовки, иностранного языка, музыки, рисования, медпункт, лаборатории по физике, химии, биологии, библиотека, столовая и актовый зал. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 5454 квадратных метра.